falls down, and the masks go on. The monsters come out to play. When the moon burns red, and the cold creeps in, the monsters come out to play. You are no longer safe. You are now in harm's way. You have become the hunted. Come out to play. When the screams ring out and the eyes play tricks, the monsters come out to play. You are no longer safe. You are now in harm's way. You have become the hunted. Итак, друзья, всем привет. Пока у меня рыбка не ловится, решил рассказать, как я провел 2 недели августа в Архангельской. И расскажу я вам о 2 рыбалках, о которых не будет отдельного фильма, так как там они слишком короткие были, снимать особо нечего было. Первая рыбалка — это как я утопил iPhone 8+. Можно назвать рыбалка за 64 тысячи, 256 гигабайт, по своей глупости. Короче, все, iPhone я проебал. Как так? Жена позвонила по камере. Жена позвонила, короче, я фон в карман вот так вот засунул. Где-то здесь, короче, видимо, между жилетом, короче, он застрял. Здесь. Я слышал, что-то плёхнулось. Что там плёхнулось, блядь, где? Побегу домой, может, успею. Чисти меня, жена, что попробовать познать, если гудок идет, мне играет. Может быть, услышу. Вообще не слышу, нет, вообще. Все. Пипец, блядь. Вторая рыбалка — это как мы съездили за 500 километров на 2 часа. Промокли. И ничего не поймали. Что толку-то? И даже плащ бы я взял, что на дорожку еще домок. Ну, просто клеенку одел бы. А? Да? Клеенку бы одел бы. Его хватает на колку. Да, мы терпели тряску, братан. Сейчас. Сейчас дядя Андрей вытащит рыбалку. Не, Андрюха, я беру такой вариант. Просто ехать. Да, Серега, вариант доехать домой, все. Нет, беру домой. Говорю, других вариантов я не вижу. Это ебаная хуйня. Раз, два, опять. Ты там, сука, нет, я домой. А вот за это время было 7-8 рыбалок за 2 недели. Из них 2 провальные. 3, наверное, вообще ни о чем. Тоже 1-2 щучки. А вот 2 рыбалочки было нормальных. Как нормальных? На 1-2 головля всего поймал. Но она интересная сама по себе была. В дождь. Головой ловился. Место такое интересное. Вот. Думал, может, еще туда съездить, но что-то далековато. Да и лениво. Здесь рыба вон, рядом с домом ловится. Ничем не хуже. Так. А вторая рыбалка была на Хариус. Вологодской. В принципе, штучек 10 я их поймал. Поэтому грех жаловаться. Отличная рыбалка. Расскажу вам о первой рыбалочке, где я потерял iPhone. Как все начиналось? В общем, приехал на следующий день, решил... Ну, была погодка такая, дождь, давление низкое очень. Я решил, что надо пробовать ехать ловить щуку. Нашел, ну, вспомнил место, где здесь недалеко, тоже от дома. Такое щучье место прикольное.
Правда, там вот такой обрыв, такой просто, блин, то есть после дождя, то подниматься в Эйдерсах просто скользишь как сумасшедший. Что и произошло. Еле поднялся еще, скользко. Просто приехал я на рыбалочку. С первых же забросов понял, что очень щука очень активна, так как выпрыгивала прям за приманкой. Потом вдалеке тоже на поверхностной приманке она прям выпрыгивала, хватала ее. В общем, должна была рыбалка быть огонь. Да, она и была огонь. I said you better watch what you're doing. 'Cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. All fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me who wants to be something. I bleed with every word coming. I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. 'Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. 'Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Пока я не сообразил, что я потерял айфон. Как это произошло? Жена мне позвонила. Алло. На видео, я потом на видео это все смотрел, я все типа в карман положил. А на самом деле между жилетом застрял вот здесь. Между жилетом. И, видимо, в какой-то момент он просто выпал. И то я обнаружил это не сразу. А когда хотел щучку сфотографировать. Вот как так надо. Хотел сделать фото, короче, и походу топил айфон. Щучку хотел сфотографировать, а не на что было. Шел дождь сильный, поискав часик, а что там искать? Я посмотрел просто по камере, где последний раз я говорил с женой на берегу, а потом пошел в воду. Ну и что там, в воде его где-то и потерял. Ну, был какой-то бульк. Я не понял. Ну, на рыбалке не понял. Потом уже понял, что телефон, скорее всего, булькнулся. Нашел по видео это место. И потом, через неделю, мне приснился сон, что я нашел телефон. Также по видео посмотрев, решил, что, ну, нашел телефон во сне. Решил, проснулся с утра, посмотрел, нашел этот обрывок, где я теряю, ну, где он булькнул, побежал туда. Я сегодня попытка поиска телефона. Вроде пока сегодня приснилось, что я его нашел, по камере вычислил, где примерно уронил, бульк делал. Сейчас вот иду попробую, вот если там мелко, может получится что-то. Злосчастное место. Де-де-де-де.
местечко. Вроде как предположительно, где я потерял ногу, пошурудил. Буза такая. Один шаг сделал. И вот все. Хрен, что не идешь. Ну, наверное, может, пузо тоже провалился. Че быть тому не миновать. Ладно, попытка сделал. Ну, главное, я сделал попытку. Ну и нашел. Конечно, искать телефон спустя 6 дней. Типа сразу. Ну, красиво. Я сюда еще вернусь. За местными щучками. Короче, такая вот провальная рыбалочка. О хороших рыбалках я рассказывать не буду, это будут отдельные фильмы. Так, следующая рыбалочка у нас была, как мы решили поехать в дальние края, в сторону Архангельска. 230 километров, не помню, как деревня называется. Дорога жуть, грунтовка. Просто жесть. В общем... Собрались мы спонтанно, хотели ехать ночью, друг друга не поняли, поехали в итоге в 4 часа, в 5. В 5 часов мы выехали, после долгих блужданий, где-то приехали мы в 10. Вроде все было хорошо, погодка, все, ни ветра, ничего, все классно, костерочек, посидели хорошо, решили спать. Проснулись в 3 часа, идет маленький дождик, ну, как бы, дождик и дождик. Потом этот дождик превратился в ливень. И ливень где-то длился до 9 часов. Ну как, потом просто уехали. В общем, мы где-то потом в итоге в 3 часа не встали. Встали где-то в 5. Собрались, накачали лодки. Пошли рыбачить. Порыбачили где-то до 8 часов. И поняли, что... Точнее, как ребята взяли, не взяли даже с собой ни дождевиков, ничего. Я-то подготовленный езжу. Они из Твиттера сказали. Они-то про нас видели. Они-то про нас видели. А у вас же дождевиков, что ли, нет даже? Нет, вон, я с ним засчитываю, что нет, товарищ. Ну, все равно, а тебя что, не промокает, может? Точно? О-о-о. Попровеял бы. Человек-то подготовленный поехал, не то, что некоторые. Костюмчики. То есть я не промок, а они промокли, короче, ну, мне жалко стало. Точнее, они уже, ну, а что рыба не ловилась вообще? Ни одной поклевки за 2 часа, хотя место такое шикарное, ни одной поклевочки. Поняли, что смысла нет. Хотели, думаем, двинем к дому и половим. Просто позвонили там знакомому, он говорит, что типа солнце светит, ну, такая, как сейчас погода. А там ливень льет, короче. Ну, подумали, что сейчас успеем, короче. В итоге пока собирались туда-сюда, где-то час мы приехали. На самом деле... Такая дорога выматывающая, это грунтовка, грязь. В общем, уже никуда не захотелось ехать, поехали домой спать. Короче, итог такой рыбалки, 500 километров пробега, 2 часа рыбалки. Съездили, поспали, в общем. Вот такие, друзья, две провальных рыбалки. Но об остальных трех рыбалках будет фильм. А эти две рыбалки я сложу воедино. В общем... Погнали, рыба ловить. Спасибо, ребят, поймал стерлить за хвост. Камера будет ничего. Burn, motherfucker, burn, motherfucker, burn. Burn, motherfucker, burn, motherfucker.
красивый был такой удар.